Зараз розповім вам історію простої дівчинки з міста Чернігова, власне, і те, який вчинок зробила вона для того, аби допомогти Збройним силам України. Таких історій, направду, дуже багато є по всій Україні. І, власне, якщо вам відомі схожі історії, історії дітей, які всіляко намагаються зібрати якісь кошти, аби допомогти Збройним силам України. Історії про те, як люди чимось, можливо, жертвують або йдуть на щось, змінюють професію для того, аби також допомогти українській армії. Прошу, пишіть нам у наші месенджери, пишіть у коментарі такі історії, власне, з контактами, будемо зв'язуватися і будемо ці історії розповідати також. Це дуже важливо, підсвітити історії тилу. Та, можливо, давайте так і назвемо якусь таку рубрику про історії тих, хто, як може, допомагає сьогодні українській армії. І, власне, хоч і маленькою такою допомогою, маленьким внеском, але ця перемога стає все ближче і ближче. Власне, до нас доєднується Іван Губін, він пастор церкви «Нове покоління» міста Чернігова і його дочка Кіра. Добрий вечір вам, я рада, що ви до нас доєднуєтесь. Добрий вечір. Я, пане Ігорю, дозволю собі розмову розпочати з Кірою. Кіра, я тебе вітаю, привіт. Здравствуйте. Кіра, в тебе неймовірно красиве каре. По-перше, мені дуже подобається така зачіска, бо я теж таку ношу. Але я знаю, що в тебе було дуже довге волосся, і ти, власне, ніколи його не стригла, але для себе в якийсь момент прийняла рішення, що ти хочеш це неймовірно красиве волосся. Подивіться, бачите, хто знімок. Ти для себе в якийсь момент вирішила, що ти хочеш його обстригти і його продати, це волосся, так, щоб передати гроші військовим. Розкажи, як це відбулось? Ти десь побачила це, почула. Чому ти до цього прийшла? Ну, коли почалася війна, ми практично одразу поїхали в бункер. І в бункері завжди було скучно, там було багато дітей, ми сиділи в інтернеті. И в интернете я увидела, как девушки, девочки, они обрезают волосы и продают их, и за это можно получать деньги. Я этого раньше не знала и подумала немного над этим и сказала: «Мама, я хочу обрезать волосы, продать их и вот эти вот деньги заработанные дать на ЗСУ». И мама сказала: «Хорошо, подожди». Ну, никак не решались. Думали несколько месяцев, и уже когда приехали в Чернигов, то мы обрезали волосы, продали, отдали деньги на ЗСУ. Якої довжини? Наскільки довге в тебе було волосся? Скільки грошей тобі вдалося заробити? Волосы у меня были примерно по попу, наверное. Навіть трошки довші, правда? Навіть трошки довші. Да. Ага, так, обстригли. І за скільки в тебе їх купили? Скільки грошей ти отримала? 3,5 тисячі. 3,5 тисячі? Так. Як це? Нічого собі. Ну, я бачу зараз ці знімки. Скажи, ти сумнівалася, от коли перший раз перукар тебе почав стригти? Ти сумнівалася? Можливо, хотіла передумати в останній момент? Нет, у меня не было такого, как это сказать. Ну вот я просто сидела и думала, вот я дам эти деньги на ЗСУ. Я просто думала про ЗСУ, просто я про волосы вообще не думала, я про них забыла. Мне вообще было все равно. Красиво таке руде волосся. Волосся відросте в тебе обов'язково, ще будеш мати дуже гарну косу. Пане Ігорю, скажіть, як ви відреагували, тому що це дуже такий щемливий момент, коли дитина з цим приходить. По-перше, те, що вона бачить всі це жахіття, яке відбувається навколо, але коли вона свідомо приходить до батьків і говорить про те, що вона готова, хоче хоч щось зробити для Збройних сил України, готова пожертвувати волоссям своїм для того. Що ви відчули взагалі в той момент, бо сльози навертаються на очі? Що ви відчули в той момент, що ви сказали своїй дитині? Ну, во-первых, я это услышал первый раз не от неё. Я услышал это от своей жены. И на то время мы были в бункере в центре города.
я не помню, уже были там чуть больше недели, и иногда там можно было выйти погулять, разрешали подышать воздухом, потому что подвалы, бункеры буквально были забиты людьми, переполнены, и там была куча-куча детей, воздуха не хватало, поэтому а город продолжали бомбить, бомбили без остановки, летали постоянно самолеты и танки по улицам, движения гражданских машин не было, ходила только военная техника, все такое тряслось. Вот. И иногда нам разрешали выводить людей на поверхность, детей. Сами мы выходили, кто-то позвонить, кто-то подышать. Вот. И дети там могли побегать там несколько минут. Снова включалась сирена. Старший, который был в бункере, всех созывал снова вниз, закрывались двери, и мы продолжали снова пережидать вот какие-то обстрелы. И вот в один из моментов, когда мы вышли на улицу, ко мне подошла жена, тихонечко так обняла меня. Она говорит: «Дорогой, наша дочь хочет подстричь свои волосы, отрезать их». Я говорю: «Зачем? Зачем их отрезать? Такие шикарные волосы, красивые». Тем более, что, вы знаете, она когда родилась, у меня четверо детей, две девочки. Вот она старшая, и у нее еще есть младшая сестра. И когда она родилась, ну, вот, например, сын родился, у нас такой волосатый весь, бакенбарды у него, сразу какие-то волосы у него весь такой. Вот. А она родилась какая-то лысая. У нее буквально сзади там чуть-чуть было какие-то клочок таких красных волос, и все. И я, конечно, как отец ждал, думаю, ну когда даже дочь у меня все-таки, когда там вырастут эти волосы, они все не растут и не растут. Но потом начали расти, там виски долго не росли, у нее какая-то такая прическа была, как шапка, и все росло. Вот. И мы ждали, ждали, когда. Никогда ее не стригли, вот ни разу мы ее, она никогда не была в парикмахерской у нас. Мы никогда ей, может быть, от силы несколько раз, там 2-3, может, жена втайне от меня подравнивала ей кончик. Я даже этого делать не разрешал, правда? Не разрешал вообще. И когда они начали у нее расти, ну, такие волосы красивые, вот. И так она мне нравилась, конечно, с волосами. Поэтому, когда жена сказала, что наша дочь хочет отрезать волосы, конечно, моя первая реакция была: «А зачем она это делает?» И она дальше продолжает, она говорит, она хочет продать свои волосы и отдать все деньги, которые ей заплатят, отдать солдатам, отдать ЗСУ. Я говорю: «Почему?» Она сказала, что сильно хочет домой. Может быть, это поможет как-то нам побыстрее вернуться домой. Потому что сил уже не было сидеть в этом бункере, дышать нечем, людей много, страшно, хочется домой. И когда я услышал то, что сказала мне моя жена, зная свою дочь, она, когда что-то себе придумает, это всерьез и надолго. Вот. Поэтому, когда я услышал то, что сказала она, меня это, ну, потрясло, меня задело это, задело мое сердце. И, конечно же, я сказал: «Да, я разрешаю, пусть она, если хочет сделать именно так, как сказала, пусть она это сделает непременно». Вот. Но шли боевые действия, никакие парикмахерские тут речи не могло быть. Мы спасали свою жизнь. Вот. Мы около 2 недель мы прожили в бункере, потом нас там вывез один мой хороший друг, тоже пастор церкви. Он в военное время, его церковь находится в селе, в хуторе, неподалеку от Чернигова, за рекой Десна. Вот. И он с коровника возил огромную 200-литровую бочку молока и Новые Заветы и развозил их по Чернигову, вот, раздавал молоко бесплатно людям и раздавал Новые Заветы. И вот один момент он мне звонит, говорит: «Давайте быстрее, я могу вас вывести сейчас, сейчас есть возможность», потому что до этого шли обстрелы и практически нельзя было выехать с города, потому что мост бомбили. В мосту это оставался единственный проезд, единственный выезд в сторону столицы, в сторону Киева. И по-другому никак нельзя было выехать, только переплывать реку. Но для нас это было, наверное, может быть, невозможно. И вот друг мне позвонил, говорит: «Есть возможность сейчас.
Только если сразу, только если прямо сейчас вы отреагируете. Мы быстро-быстро, буквально за 5 минут собрали свои вещи, их было не так много, вот, и сели вот в этот фургон и поехали. Мы думали, что он увезет нас до столицы, чтобы дальше отправиться куда-нибудь на Западную Украину, где более было безопасно на тот момент. Но не получилось, нас остановили, сказали, что российские войска вышли на Киевскую трассу, и в Киев нет въезда сейчас. Поэтому мы еще неделю жили в таком хуторе, полузаброшенном, в таких домах, вот, топили печку там дровами, спали на таких старых ржавеньких кроватях. Но зато все остались живы, нас так приняли хорошо. Вот. Там тоже она об этом говорила. И, конечно же, я был не против. Я был не против абсолютно, потому что я понимал, что это очень серьезный поступок, который должны увидеть люди. Люди должны об этом услышать. Люди, живущие в Украине, потому что это, ну, поднимет дух, настроение, веру в победу. Вот. Ну, мы пожили там немножечко в хуторе, а потом, когда появилась возможность, когда ЗСУ отбило оккупантов с-под Киева, тогда нам появилась возможность уехать, и мы поехали на Западную Украину. Ну, і там Я так жили, вот розумію, она тоже там. зараз вже пройшов час, і ви змогли повернутися додому. Зараз ви перебуваєте на своїй Чернігівщині. Я знаю, ви мені так перед ефіром два слова розповідали. Я відкрию глядачам таємницю, що ваш будинок, в принципі, стіни стояли, але він потребував ремонту. Кір, скажи, чи не думала ти оці кошти, можливо, витратити на ремонт? Та своєї будівлі для того, щоб швидше в неї повернутися. От чи було в тебе питання саме, куди ці гроші віддати? Раньше я когда-то хотела, как-то сказать, еще раз. Нет, не хотела. Я думала просто. Про щось мріяла, так? У меня обрезать волосы, я сразу же говорю, надо отдать деньги на ЗСУ, потому что на то время шла война. Думала, ну, дом не повредится, с домом все будет хорошо, все будет нормально. И тогда я даже просто хотела домой, я не думала про какой-то ремонт, я думала из-за того, что шла война, я думала эти деньги отдать на ЗСУ. А вже коли ти їх отримала, ці гроші, ви куди їх понесли? Як ти їх передала воєнним? У женщины, девушки, которая мне стригла волосы, она там своей подруге написала, мы эти деньги передали, потом передали воинам нашим, сбройным силам Так і Украины. відбулось. Кір, скажи, а тепер в тебе є якась нова мрія? От ти тепер плануєш знову відростити волосся, щоб гроші, можливо, знову потратити вже на щось інше. Яка твоя нова мрія? Нет, нету такого. Я просто хочу эти волосы себе оставить, подрезать иногда. Ну, мне нравится такая прическа. С ней легко отращивать, не очень хочется. Дивись, ну Ну, тобі неймовірно красиво. личить каре тобі дуже йде, так що все нормально, все красиво. Пане Ігорю, ще буквально два слова загалом про те, як героїчно стоїть Чернігів, як стояв героїчно Чернігів. Власне, що би ви могли сказати, зокрема, і про людей, які ходять до вашої церкви, і з якими ви спілкуєтесь? Наскільки люди сьогодні ще тримають в собі оцей бойовий дух і готові далі нести оце віру і світло далі до перемоги? Вы знаете, с первых дней, когда все началось, я, ну, так или иначе, вскользь или напрямую, всегда соприкасался с людьми, потому что это моя профессия, и много соприкасался, стал соприкасаться с военными. И вы знаете, с того дня и по сегодняшний день люди в Чернигове очень
решительно настроены на победу, настроены, даже невзирая на то, что, вот, например, на сегодняшний день российские войска, они были отбиты, были отброшены на свою территорию, продолжают с нее обстрел, но информация бывает разная у нас сегодня, что якобы они могут продолжить там второе наступление, повторить снова эту попытку зайти через Чернигов на Киев. Но, вы знаете, все военные, все как один, они все говорят, они здесь никогда не пройдут. Они настолько решительны и верят в свою победу, что вот знаете, когда я их слушаю, мне как пастору хочется много молиться. Молиться о том, чтобы вот этот дух победы, он у них становился только больше, только сильнее. Это очень, знаете, как вот когда шли, например, военные действия, я видел, как люди друг другу помогают. Люди делятся последним. Когда мы находились в бункере, жена моего брата была вместе с нами. Она просто, зашли люди, говорят, кто может шить, кто имеет какой-то опыт со швейной машиной. Она подняла руку, говорит, я умею. Ее сразу же быстренько увели там в соседний подвал, и она шила нижнее белье для солдат. Каждый день ходила в соседний подвал и делала это. Кто-то кормил еду, кто-то ее разносил. То есть все люди объединились. И когда ты живешь среди этого, ты становишься частью этого, ты понимаешь, что победа, она будет в любом случае. Просто вопрос времени. Всякий раз я видел, что и вижу сегодня, что Бог за нас, Бог на нашей стороне, Бог за Украину. И Черниговцы, это необыкновенный народ, сильные люди, такие, повторюсь, достаточно решительные, смелые люди, отважные люди. Поэтому всякий раз, когда я с ними встречаюсь, я крепко им жму руку, при возможности обнимаю и всегда говорю спасибо, спасибо вам за вашу смелость, за вашу отвагу, что благодаря вот вам мы сегодня смогли вернуться в свой дом, что мы можем обнимать сегодня своих детей, просыпаться вместе с ними, засыпать, говорить им спокойной ночи, доброе утро. Это действительно очень трогает, наверное, любого человека сегодня. И когда смотришь на такие свидетельства, делают наши дети, вот моя дочь там, я знаю, в Чернигове есть девочка, которая варила компот, продавала его на улицах и собирала тоже деньги. Я знаю маленького мальчика, который пел песни Калуша, одев тоже на себя такую розовую панамку в парке, пел, собирал деньги на ЗСУ. И много-много-много таких разных вот детей, которые делают что-то или даже все для того, чтобы наша армия, наши солдаты победили. Я не знаю, везде ли так, но я думаю, что везде. Сегодня так выглядит вся Украина. Сегодня так выглядит весь наш народ. Мы вместе, как одна большая семья, как сильный, крепкий кулак. Я думаю, что я верю, что мы обязательно победим. Саме тому Росія програла вже. Я вам дуже дякую за вашу історію. Кір, персонально дуже дякую тобі. Ще раз хочу тобі зробити комплімент. Прекрасна в тебе зачіска, прекрасна. Ти дуже світла дитина, незважаючи на те, довге в тебе волосся чи коротке. Дякую тобі за те, що ти зробила. Це дуже гідний вчинок, повір мені. Це дуже достойно. Дякую, пане Іване, дякую вам за виховання і за такий приклад. Це прекрасно. У мене немає слів. Дякую за вашу історію, що ви нею поділилися. Бережіть себе. Дякую за той посил і за ті такі настанови для всіх, хто сьогодні нас дивився. Пан Іван Губін і його донька Кіра, вони з Чернігова, власне, поділились своєю історією того, як босики безпосередньо вони зробили вклад в українську перемогу.